Здравствуйте, уважаемые друзья! Не забывайте делиться своим мнением в комментариях, а также подписаться и поставить лайк. Идея применения пластика в быту достаточно интересна и актуальна. Если приложить каплю усилий, то можно изготовить почти все, что угодно, начиная от цветочных горшков и дозаторов до полиэтиленовых пакетов и до автомобильных навесов. Мы собрали для тебя 5 причин, из-за которых ты перестанешь выбрасывать пустые пластиковые бутылки и дашь им вторую жизнь. Половина пластиковой бутылки плюс обработка среза утюгом, и вот готова отличная подставка для ручек и карандашей. Узкое горлышко бутылки вместе с крышкой может стать дозатором для упаковки с крупой. Если ты на отдыхе с палаткой, а кружку забыл дома, не беда. Обычная пластиковая бутылка из-под кока-колы путем простых манипуляций может превратиться в удобную и практичную кружку. Если уезжаешь на выходные, больше не нужно просить соседей поливать газоны. С таким приспособлением для полива вазоны спокойно переживут твой уикенд. Дозатор сиропа легко соорудить из крышечки, оставшейся от газировки. С помощью такого предмета, как простая пластиковая бутылка, можно создавать универсальные и креативные вещи, которые помогут тебе усовершенствовать быт в любых условиях, не прилагая при этом особых усилий. А что об этом думаете вы, пишите в комментариях. Обязательно делитесь этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео.